Глава 45. Серахов. Возлюбленного Богом и людьми Моисея, которого память благословенна. Он сравнял его в славе со святыми и возвеличил его делами на страх врагам. Он его словом прекращал чудесные знамения, прославил его перед лицом царей, давал через него повеление к народу его и показал ему от славы своей. За верность и кротость его он осветил его и избрал себе из всех людей» сподобил его слышать голос его, вывел его во мглу и дал ему лицом к лицу заповеди, закон жизни и ведения, чтобы он научил Иакова завету и Израиля постановлением его. Он возвысил Аарона, подобного ему святого, брата его из колена Левиина, постановил с ним вечный завет и дал ему священство в народе. Он благословил его особым украшением и опоясал его поясом славы. Он облег его высшим украшением и облачил его в богатые одежды. В исподнюю одежду, в падир и ефот, и окружил его золотыми яблоками и восьма многими позвонками, что прихождении его они издавали звук, чтобы сделать слышным в храме звон для напоминания сынам народа его облек его одежду святой из золота и гиацинтовой шерсти, и крученного весона художественной работы, словом суда у Римом и Тумимом, червленным тканьем искусной работы, многоценными камнями, вырезанными как на печати, в золотой оправе гранильной работы, с вырезанными на память, начертанными начертаниями имен по числу колен Израилевых. На его золотой венец, знамение святыни, слава достоинства величественное украшение, дело искусства, вожделенное для глаз. Прежде него не было сего от века. Не принадлежащий к его племени не одевался так, только сыновья его и потомки его во все времена. Жертва их приносится каждый день, всегда по два раза. Моисей наполнил руки его и помазал его святым Илеем. Ему постановлено вечный завет, и семени его на дне неба, чтобы они служили ему и вместе священнодействовали и благословляли народ Его именем Его. Он избрал Его из всех живущих, чтобы приносить Господу жертву, курение и благоухание, в память и умилостивление о народе Своем. Он дал Ему свои заповеди и власть в постановлениях судебных, чтобы учить Иакова откровением и наставлять Израиля в законе Его. Восстали против Него чужие и позавидовали Ему в пустыне люди – приставшие к Дафану и Аверону из копища Корея в ярости и гневе. Господь увидел, и ему не угодно было это, и они погибли от ярости и гнева. Он сотворил над ними чудо, истребил из их пламенем огня своего, и умножил славу Аарона, и дал ему наследие, а отделил им начатки плодов. Прежде всего уготовил им хлеб, в насыщение, ибо они едят и жертвы Господней, которые Он дал им и семени Его. Но Он не должен иметь наследие в земле народа, и нет Ему участка между народом, ибо Он Сам удел и наследие Его. Также Финиес, сын Илиазара, третий по славе, потому что он ревновал о страхе Господнем, и при отпадении народа устоял в добром расположении души своей и умилостивил Господа к Израилю, посему постановлен с ним завет мира, чтобы быть ему предстоятелем святых и народа своего, чтобы ему и семени его принадлежало достоинство священства навеки, как по заведу с Давидом, сыном Иисея из колена Иудина, царское наследие переходило от сына к сыну. Так наследие священства принадлежало Аарону и семени его. Да даст нам Бог мудрость в нашем сердце судить народ его справедливо, дабы не погибли благо их и слава их прибыла в роды их.